В Дагестане незрячие смогут ходить на специальные кинопоказы. Фильмы для незрячих. Под таким названием в Махачкале стартовал фестиваль кино. Инициировал проведение мероприятия член Союза кинематографистов Абдулла Бичедов. В Дагестане сегодня около 20 тысяч человек с нарушением зрения. И для многих поход в обычный кинотеатр недоступен. Потому фильмы с тифлокомментариями – это хорошая возможность приобщиться к искусству и погрузиться в мир кино. Такие же мероприятия планируют провести в специализированных школах Махачкалы и Буйнакска. В России уже есть практика, фильмы готовят для незрячих и для людей, у которых ограничены возможности просмотра и посещать кинозалы. Такие фильмы становятся доступными. В Дагестане этого не было, так как мы получили разрешение, я получил разрешение на показ этих фильмов и с последующей передачей обществу, специализированным обществом, только в благотворительных целях. И сегодня мы попросили эту акцию поддержать Сбербанк в рамках 175 добрых дел, которые они проводятся.